А про вашу компанию мы еще по сельхозлинии узнали. Брали у вас баронки, плоскорезы, еще другие агрегаты. Протравитель семян, также шнеки всякие брали. Вот, не по этой линии, вот по сельхозлинии менеджер спросил ваш номер и вот через Александр, вот. Александр, да? Да. Сейчас, да. По-моему, он другой, по-моему, не Александр сейчас. Сейчас, да, сейчас он, сейчас Денис, новый, да, менеджер, наверное, ваш получается. Через него. Добрый день, уважаемые аграрии, меня зовут Арман, я являюсь специалистом компании КазАгроЭксперт. И сегодня хочу вам презентовать автобетонный смеситель с самозагрузкой iMix модели AS3.5. Мобильный автобетонный смеситель с самозагрузкой представляет собой маленький мобильный бетонный завод с самозагрузкой, который используется для производства бетонной смеси, дает возможность для самостоятельного движения между строительными площадками. На самом деле данный самоходный автобетонный смеситель самозагрузка играет роль ковшового погрузчика, бетонного завода и автобетонного смесителя. Его смесительный барабан может вращаться на 270 градусов, это очень удобно для многих строительных проектов. Данный миксер оснащен бочкой на 5,2 куба, а объем выгружаемой смеси составляет 3,5 куба. Общая вместимость гидравлического бака составляет 100 литров, топливный бак также на 100 литров, а водяной бак составляет 700 литров. Джойстик четырехходовой, гидравлический пивот с электрической кнопкой управляет ковшом. Здесь спереди у нас имеется у миксера ковш на 0,5 кубов. Ковш у нас оснащен весами. При подъеме, получается, на определенной высоте он показывает вес. Весы предназначены для того, чтобы, если вам нужно определенное количество килограмм песка и цемента, и смешать эту определенную концепцию и загрузить ее сюда. После того, как мы замешали готовый раствор, бочка миксера поворачивается на правую сторону и уже выгружает готовую смесь в фундамент. Данная кабина оснащена панелью управления отдельно, получается, для бетона полный функционал. Полностью полный электропакет, кондиционер. Очень удобно. Также имеется в наличии свой zip-ящик с полными инструментами. Вот так он выглядит от завода. Вот такой идет, удобный. Имеется шланг с пистолетом. Вот этот шланг полностью подсоединяется к водяному баку. И можно почистить оставшуюся смесь, оставшуюся в баке, получается, в бочке, на ковшу. И очистить, и подготовить свой, как сказать, миксер к следующей работе, на следующий день, допустим, после работы. Также дальше пройдем. Оснащен камерой заднего вида. Также с той стороны, если можно посмотреть, имеется камера бокового вида. Это для удобств водителя при ходе назад. И также у нас правая сторона всегда имеется слепая зона для лучшего обзора. И внутри имеется монитор для водителя, для удобств водителя. Эти камеры, получается, передают все изображение. Почему именно вы решили, вот, как сказать? Я знаю, что выбор был очень долгий, тяжелый. Да, выбор был тяжелый, потому что сами эти машины, их, оказывается, много выбора был китайских. И поэтому выбор пал именно на iMix, и выбор пал именно на КазАгроЭксперт. Сама доставка как бы бесплатная, и, ну, цена тоже. И цена хорошая, да? Да, цена хорошая. Ну, сервис отлично работает, ребята, вообще. Во-первых, еще второй момент хочу подчеркнуть, почему выбор еще пал на КазАгроЭксперт, потому что мы в одной области находимся, сервис всегда должен быть рядом. Ну, да. С Алматой тяжело сервисом. Мы еще по погрузчикам, по самосвалам это почувствовали, поэтому я с Вахой тоже говорил, именно мне нравится то, что вот КазАгроЭксперт в Кочетае рядом, и сервисные бригады тоже постоянно здесь, ну, да, по району находятся. Да, в этом плане тоже. Вот у вас, я насколько знаю, вот этот iMix у вас первый, да? Первый бетономешалка? Да, у нас первый опыт вообще по бетономешалке. У Вахи, конечно, был опыт, у них была такая машина. Работы предстоит большое количество, склад надо сделать, планируем территорию всю заливать, посмотрим. Расширяете, да? Да. Ну, провести чуть-чуть порядок. Ну, мы в данный момент расширяем свою территорию,
И сама китайская техника, она себя на рынке очень хорошо зарекомендовала. Да, да. И поэтому хотим попробовать. У нас был раньше итальянский. Да. Ну, мне Хамзат знакомый. Угу. Он порекомендовал. То, что вы находитесь рядом, то, что вы делаете сервисное обслуживание, угу. в случае чего выехать, приехать к нам, какие-то, если вопросы возникнут по гарантийному обслуживанию, угу. с вами удобно. Вот так мы и вас нашли. Сегодня на обзоре мы рассказали про автобетонный смеситель самозагрузка iMix модели AS3.5. Приобретайте выгодно с лучшим сервисом и гарантией в компании КАЗ Агроэксперт.